Привет, друзья! Мы приехали в наш супермаркет, называется Макси. Ну, он относительно недавно был построен. Сейчас мы зайдем вовнутрь и покажем вам, какие продукты там продают, по какой цене, есть ли дефицит. Сейчас узнаем. Что... Некоторые думают, что у нас уже тут скоро голод настанет. Пойдемте посмотрим. Кофе машина. Можно заказать себе кофе. Мышки. Угу. Можно что-то выиграть. У нас кофе, зерна. Зерна. По такой цене. Стиральные порошки, да? Есть масло, есть машинное. Ну вот мы уже идем к еде. Подсолнечное масло оливковое, любое, на любой вкус. Ну, масло подорожало, вот смотри, 199, а вот это нет, смотри, вот скидка на него есть. Огурчики, помидорчики. Что она делает? С. Рыба. Рыба, горбуша. Скумбрия. Макаронные изделия. Все, ну показываешь? Нет света. Наверное, нет. Нам придется туда ехать.
Ну, в этот светофор. Сейчас посмотрим, где же А вот песок-то я не нашел. Там у нас дом. Спиртное. Сейчас. Яйца. Это яйца. Чёрт. Если Кока-Кола и Пепси-Кола от нас уйдут, у нас есть свой лимонад. Российский. Просто лимонад. Дюшес. Как-то в каких-то комментариях кто-то написал, что очень любит Тархун. Лимонад Тархун. Вот он, пожалуйста, Тархун. Даже Мохито есть лимонад. Вон, а что есть у нас еще. Видите? Мохито. Дюшес. Барбарис. Груша. Пожалуйста. Тархун опять. Да. Так что... Опять Тархун. У нас как бы есть свое производство. Вот здесь. Горох, рис.